знаем, что ты убийца, можете скрывать этого! О, господи, банда, вы это слышали? Вы это видите, банда? Это же Томми, где черт находит? Че творим, бро? Меня зовут Царь Геонис, и бро, срок уже, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь, блин, ты же знаешь, в это время Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Ты же скорее вступай в мою Суприм банду, чтобы завести на пати на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Эй, банда, то, что я недавно узнал, это ужасно. Помните, мы с вами уничтожали говорящих питомцев, такие как Томми и Анжела. Они были маньяки, которые убивали людей и даже детей. Но я сделал на них куклу Вуду и уничтожил их. После чего их души каким-то мистическим образом выбрались в наш мир и вселились в игрушки говорящих питомцев. Есть даже видео, где игрушка ожила и моргает. Мне, если честно, все еще не верится, что она реально живая. Просто посмотрите на это. И сегодня, банда, я заказал эту игрушку Тома к себе домой, чтобы проверить, ее ли правда она жива. Потому что он снова может навредить детям. Он может снова всех подряд убивать, будучи игрушкой, об этом даже никто не узнает. А также, бро, давайте на это видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда, банда, я куплю и проверю игрушку говорящей Анжелы. И она будет такая же живая, как и этот говорящий Том, которого сегодня заказал. Так что, блин, скорее ставь лайк, и я уже заказываю игрушку. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Ведь с их с Настей инстаграмом мы общаемся с вами, Суприм банда. Всего лишь, что тебе нужно, это подписаться на мой инстаграм, на инстаграм Насти, написать нам директ, и все уже сидит, скоро мы тебе ответим. Так что, бро, скорее, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем отправляемся по игрушку. Погнали! Окей, банда, вот уже эта коробка, которую только что привез курьер. В этот раз он хотя бы был не так, как в прошлые разы. Окей, именно в этой коробке должна быть игрушка говорящего Тома. О, слышите, там что-то даже есть. Окей, эй, Том, ты там? Том? Окей, если это тот самый Том, то он должен мне что-то отвечать. Том? Алло, Том, ты там? Окей, банда, тем не менее, думаю, уже пришло время открыть эту коробку и посмотреть, как же выглядит этот Том. Мне очень интересно, как выглядит эта игрушка, погнали. Окей, у нас уже был опыт с живыми игрушками, это было ужасно, потому что те игрушки нас чуть ли не убили. А еще была та проблема, что они запросто убегали, потому что они маленькие. Надеюсь, что с этой игрушкой будет все нормально. Окей, банда, на ваших глазах сейчас открываю игрушку говорящего питомца. Ты тоже это видишь? Да. Господи, просто жесть, на вид он очень милый. Я бы не сказал, что это игрушка реального убийцы. Тем не менее, продавайте уже его достанем. Окей, банда, вот так выглядит эта игрушка. Просто посмотрите на это. Эта игрушка реально живая, потому что мы видели с вами видео. Она такая же, как на том видео. Окей, как ее включить? Здесь какая-то лапка, она немного подсвечена. Окей, Том. Окей, Том. Он живой, банда. Точнее, он просто мной повторяет. Он живой, банда, точнее, просто повторяет. Окей, то же самое, как тогда было с игрушкой. Том, я знаю, что ты живое существо, можешь не притворяться, я знаю, что... Он просто со мной повторяет, банда. Ты убийца, Том, я знаю это. Окей, это бессмысленно, я пока что его выключу. Думаю, для начала, банда, мы просто поставим эту игрушку, оставим на нее скрытую камеру, чтобы она сняла, что будет он делать. Возможно, тогда мы именно со скрытой камерой увидим, как эта игрушка двигается. Я очень надеюсь, банда, что все будет нормально. Черт! О, господи, банда, что здесь вообще произошло? Посмотрите! Говорящий Том был здесь, а теперь он просто упал, его здесь нету! Получается, он каким-то образом выбрался из этих веревочек. Окей, это уже прямое доказательство тому, что он живой. Ты видишь это, Настя? Да, вижу. Да жесть, мне в это реально не верится, банда! Окей, он все же где-то в доме, нужно пойти его поискать. Угу. Мне просто в это не верится, банда, эта игрушка реально живая! Эй, Том, ты где? Говорящий Том! Эй, Том, ты тут? Окей, Суприм банда, я не знаю, куда он мог деться. Говорящий Том, я знаю, что где-то в доме, выходи! Окей, не знаю, что делать. Думаю, нужно пойти посмотреть то видео. Посмотрите, как все-таки он двигается. Как он смог выбраться. Господи, банда, мне просто не верится. Говорящий Том реально живая игрушка. Вы сами это видели, он как-то выбрался. Окей, думаю, что уже пришло время посмотреть это видео. Итак, банда, вот это видео. Окей, он просто сидит, ничего не делает.
Вот, видишь это? Он начал двигаться, просто жесть, банда, вы тоже это видите? О, господи, мне просто в это не верится. Он реально живой, он двигает этой коробкой. Черт, просто жесть, банда, вы это видите? Это такая жесть. Я уверен на 100%, что он где-то оттуда, потому что дверь была закрыта. Он бы никогда сюда не выбрался. Я думаю, что сейчас уже нужно пойти его и найти. Потому что все же он может как-то выбраться через вентиляцию и бежать. И еще кого-то потом убить по своему пути. Это такая жесть, банда, мне просто не верится. Это реально живая игрушка-убийца. Господи, банда, я очень надеюсь, что он еще не успел никуда убежать, потому что иначе он реально может кого-то убить. Эй, Том! Том, ты где? Том, я знаю, что ты маньяк, тебя снимала скрытая камера! Господи, куда он вообще мог деться? Эй, Том, где ты прячешься? О, господи, Суприм-банда, мне просто в это не верится. Он же реально может кого-то убить из-за нас, то, что мы просто его выпустили. Эй, Том! Ты слышала? Да. Её катер как будто здесь. Эй, Том! Том, ты здесь? Господи... О, чёрт, ты видишь это? Вон он сидит, это просто жесть! Как он сюда вообще пришел? Это жесть, банда! О, господи, мы все-таки его нашли! Окей, я его держу, он тоже уже не бежит никуда! Это просто жесть, банда, он как-то столько на ты пришел сюда! То есть это реально живая игрушка! Эй, Том, мы знаем, что ты убийца, можешь не скрывать этого! О, господи, банда, вы это слышали? Это жесть, о, господи, что произошло, куда делся свет? Это жесть, Настя, ты что-то видишь, ключенокамерный. Чёрт. О, господи, Суприм, банда, просто жесть, куда делось электричество? А где кот, чёрт? Куда он делся, он же был где-то здесь. Это просто жесть, Суприм, банда, дверь закрыта. Он как-то отсюда убежал или что? Это маленькая игрушка, это убийца. Он каким-то образом постоянно нас убегает. Он даже сказал фразу, что он нас убьет. Мне просто в это все не верится, банда, это такая жесть. Окей, нужно скорее пойти его найти. Он явно должен быть еще где-то здесь. Эй, Том! Том, ты где? Мы знаем, что ты где-то здесь. О, господи, Сереж, он у тебя на спине! О, господи, черт! Отрывай его! О, господи, давай быстрее! О, господи, черт! Это просто жесть, господи! Он чуть меня не убил! Сереж, ты как? Да вроде бы уже получше! Куда он снова делся? Его снова нигде нет! Это просто жесть! Он снова куда-то убежал! Это реально маленькое чудовище, маленькая живая игрушка! Окей, Суприм-банда, если вдруг я его пойму, я без него разрезать! Если вдруг, Суприм-банда, ты хочешь, чтобы я его разрезал на видео, ты напиши это в комментариях. Я обязательно это сделаю, если его поймаю. Но пока что банда без понятия, как это сделать. Он очень живучий, он как-то запросто убегает из-за того, что он маленький, мы просто не успеваем за ним следить. Тем не менее, бро, у меня есть идея. Мы можем сделать ловушки, поймать его, как это поймали в Вуди. Это просто жесть, банда, у меня даже идея, какая будет ловушка. Надо скорее это сделать, чтобы он не убежал из дома. Окей, банда, у меня просто гениальная идея для ловушки. Сегодня мы воспользуемся вот этой сеткой. В прошлый раз с помощью этой же самой сетки мы поймали Вуди, а сегодня поймаем говорящего Тома. Смотрите, что мы сегодня сделаем. Я вот так здесь аккуратно расстреливаю эту сетку. После чего привяжу все 4 края к этой веревке и подцепляю кверху. И когда говорящий Том будет идти через эту сетку, я подниму и поймаю его. Он просто кается в этой сетке. И все, банда, тогда он же 100% останется у нас. И тогда мы, возможно, его разрежем. Теперь же, банда, нужно сделать эту ловушку. Окей, Суприм, банда, мы все очень быстро сделали, просто посмотрите, вот как выглядит ловушка. Нам, кстати, очень повезло, что ковер сочетается с цветом сетки. Итак, посмотрите, я все здесь разложил, и каждый из 4 углов реально привязал, и все эти углы идут в один. После чего вот эту веревку я смогу вот там потянуть. Как только Том будет здесь идти, я сразу же его поймаю. Именно поэтому мы идем уже садимся в засаду. Это такая жесть, мне просто это не верится. Я очень надеюсь, что план все-таки сработает. Окей, на себя садись сзади. Господи, Суприм, банда, я очень переживаю. О, господи, банда, я очень надеюсь, что все получится. Там дверь сама открылась. Неужели это он? Вы это видите, банда? Это же Том, я черт! Господи, просто жесть! Он реально ходит, банда, это реально живая игрушка! Черт, такая жесть, чуваки! Что как-то поделать? Просто жесть, банда, мне в это не верится, вы это видите? Господи, он реально живой! Господи, такая жесть, Суприм, банда! Нужно уже тянуть. О, банда, мы его поймали, вы это видите? Это просто жесть, господи. Мне в это прям не верится. О, господи, Настя, скорее идем, мы все-таки его поймали. Просто жесть, банда, посмотрите на это. Мы реально смогли это сделать. О, господи, ну как, Том, теперь ты не такой смелый, да? Окей, Суприм, банда, мне просто в это не верится. Мы все-таки смогли это сделать. Окей, теперь мы 100% сможем его разрезать. Мы знаем, что ты живой, мы сели сюда камеру, Том. Теперь ты больше никуда от нас не убежишь. Теперь ты мне точно ничего не сделаешь, Том. Да, да, конечно, что ты мне сделаешь? Настя, помоги! Настя, черт! О, господи, это просто жесть! Он реально монстр! Окей, я больше его тоже не отпущу! Суприм, банда, теперь нужно его связать и куда-то спрятать! Ну что там, теперь ты не такой смелый, как был раньше! Окей, Суприм, банда, мне просто... Я убью вас всех, понятно?
Давай, давай, расскажешь. А ты с этим бандой мне просто не верится. Мы все-таки смогли его поймать. Я теперь 100% его не отпущу. И, возможно, банда, в следующем видео, если вы так хотите, мы его разрежем. Окей, банда, теперь я уверен, что он точно отсюда не выберется. С этой сетки никто никогда не выбирался. Что, что, теперь жди своего времени, тебе будет конец. Окей, куда бы его спрятать? Пусть здесь пока что лежит банда. Вы помните банда? Напишите в комментариях, если вы вдруг хотите, чтобы я его разрезал. Эй, про вот комплекс прошлого видео просто близко какие-нибудь шикарные идеальные комментарии. А про если вдруг ты хочешь посещать видео, всего лишь тебе нужно опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и оставить свой комментарий. Все про это видео. Лайк, колокольчик, комментарий на видео, бандит. Эй, про не забывай про мой инстаграм, инстаграм Настя, свои инстаграмы, мы общаемся с вами. А также про помни одно. Оставайся таким шикарным. Пока!